Сборная отправляется подавать. Так вот, ложившись один матч, совершенно спокойно сберегли силы на дальнейшее. А тут можно продолжать играть. Едва ли не на коленке к публике. Сейчас игрок сборной Италии взобрался. Ну что ж, это можно. Никто, если публика не против, не возражает. Ну, по крайней мере, арбитры. А, кстати, Зайцев и был. Но одиночный блок остался.